Только канули в лету гонки на боевых болидах, и тут как тут дуэль на квадроциклах. Отличная замена мушкетам и шпагам. Отношения выясняли как джентльмены, так и леди. Дуэлянты парно стартовали на круге, а секунданты замеряли победные секунды. За поединком наблюдал корреспондент автострады Антон Коган. Все эти люди приехали за инъекцией адреналина. 10 минут бумажной волокиты, и ты в гонке. Зарегистрироваться может любой человек с улицы. На автокатке 74 плавится лед и кипят страсти. Здесь сегодня первые городские любительские соревнования на квадроциклах «Квадродуэль 2010», организованные автотракторным факультетом ЮРГУ и Всероссийским обществом автомобилистов. 23 участника и 3 зачета. Предполагалось, что это будут студент, абсолют и школьник. Но школьников, видимо, не отпустили родители, поэтому по просьбам наших девушек, которые зарегистрировались, мы организовали зачет леди. И девушки теперь соревнуются отдельно, они это очень любят. Месяц снежную гадость два квадроцикла Канам с движком в 400 кубиков. Мощность 29 коней. С такой машины не убьешься, да и управлять им под силу даже барышни. Трансмиссия, вариатор, привод полный. Технику дали спонсоры, на собственном квадрике никто не приехал. Ты бы хотел себе такую машину купить? Я уже думаю, чтобы придумать такого, чтобы у меня летом он уже появился, прям заразили. Сам ни разу еще не ездил на квадриках. Сегодня вот первый раз в пробных заездах только сел на него. Ощущений вообще море. Отжечь на трассе мешает покрытие, талая водица грозит заносом. Шпилька и пара виражей устроены с меньшим радиусом, чем может одолеть квадроцикл с вывернутым рулем. Так что приходится играть газом и срываться в легкий занос. Маршрут проложен между конусов, кто сбил буёк, выбывает из борьбы. Я занял второе место в зачете студент, и, по-моему, это достойно. Была борьба за первое место очень серьезная. Поэтому я проиграл, пару ошибок допустил, все, цена, проигрыш. Призы победителям – торты, билеты в картинг и автобаня. Но пыл доморощенных гонщиков символические подарки не остудили. Большинство вообще впервые в седле. Так что главная награда драйвового аттракциона – спортивный азарт. Результаты любительской гонки «Квадродуэль-2010» на ваших экранах.